Мистическая любовь. Мюзикл «Привидение» уже в России. В основе сюжета одноименный фильм, обладатель «Оскара» 1990 года. Автор и сценарист Брюс Джоэл Рубин приехал на премьеру постановки. Рубин отметил, ему была интересна реакция российской публики. В постановке нет крупных планов, здесь их заменяют песни. В этом и разница. Когда вы смотрите на меня, и я грущу, все это видно на большом экране. Но в музыке чувство нужно пропеть. Это очень большая разница. Также в мюзикле у вас есть 17 разных песен, но они рассказывают одну историю. Актеры исполняют хиты Гленна Балларда, автора песен Майкла Джексона. В спектакле звучит культовая композиция «Unchained Melody». Она занесена в книгу Гиннесса как песня с наибольшим числом кавер-версий. По сюжету молодая пара Молли и Сэм начинают совместную жизнь. У влюбленных большие планы. Но в один вечер все круто меняется. Грабитель убивает Сэма. Душа парня застревает между миром живых и мертвых. Главные роли исполнили актеры Галина Безрук и Павел Левкин. Безрук рассказала, что довольна работой. По крайней мере, по реакции зрителей, мне кажется, это было неплохо. И мы очень ждем нашего зрителя, чтобы он сам посмотрел, оценил и поверил вместе с нами в любовь. Увидеть невероятную историю любви можно в Московском дворце молодежи.